Приветствую вас. Буду откровенен, вы описываете довольно подробно навязчивость, то есть вот вы описываете навязчивость, а вот вы описываете страхи, тревожность, но это больше связано с ну вот как это вижу я, с перфекционизмом, то есть вот желание, чтобы все было хорошо, желание, чтобы все было идеально, вот. Это то, собственно говоря, к чему вы стремитесь. И когда у вас ну, подобного не получается, да, когда вы ну, не можете, когда вы не можете вот ну, в таком ключе чего-то достичь, а вот у вас начинается страх. Ну, то есть это, ну, на мой взгляд, больше про страх перед ошибкой. Вот. То есть здесь именно вот именно ну, страх перед тем, что вы можете ошибиться, страх перед тем, что вы можете там, грубо говоря, ну, сделать что-то не так, вот, и так далее. Это вот, ну, больше про это. Больше про это, про то, что вы вот боитесь ошибок. И очень важный момент, да, заключается в том, почему вы боитесь ошибок вообще. Очень важный момент заключается в том, как вы пришли к тому, что для вас вот так, ну, так важно делать, ну, делать все идеально. Вот. То есть это вот, ну, больше больше про вот этот момент здесь вы говорите, нежели чем именно про ОКР, ну это я как вот как психолог в данном случае говорю вам. Да, то есть не как врач, а именно как психолог. Диагнозов, как вот вам правильно сказали, да, диагнозы никто по интернету вам ставить не будет, мне кажется, это правильно. Вот, потому что это, ну, ну, довольно ответственная история, я имею в виду диагнозы, и относиться к этому вот так вот, просто взял там с лёг руки, да, поставил диагноз, но мне кажется, это не совсем кто-то корректно по отношению к вам, да, не совсем это вообще справедливо даже по отношению к вам, вот, поэтому я надеюсь только на то, что вы как-то вот это, ну, отнесетесь к этому, да, с пониманием, вот, и, значит, ну, не будете ждать, что мы вам поставим диагноз. Вот, то есть надо сказать, что и мы тоже не понимаем, ОКР у вас или нет. Вот, но я вот со своей, ну, грубо говоря, стороны, да, я вижу вот
проблематику именно вот такую, да, то есть это именно вот что проблематика перфекционизма и все, абсолютно все, что вы описываете, это именно вот про такой вот какой-то перфекционизм, про такое какое-то вот стремление сделать все идеально, сделать все хорошо, сделать все максимально как-то вот корректно, что ли, вот максимально правильно. Вот, и паника начинается, когда вы не можете этого сделать. Паника начинается, когда вы вот чувствуете, что что-то идет не так. Это больше похоже на страх ошибки. Вот. И с этим, в принципе, можно работать, если у вас есть желание, это можно решить. Вот. Вопрос в том, хотите ли. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.